Не ищем надежду, но обретаем отчаяние. Сражением нашим нет конца. Нас называют волшебницами. В обмен на одно желание мы обрекаем свои души на бесконечную битву, чтобы однажды забыться вечным сном. Ну что, давайте начинать! Давай! Кёка? Вот и нет. Я вообще-то... кругленьким тортиком Бебе угостил. Торт это маме? Вот и нет. Я кусочек сыра. Кругленький тортик кругами кружит. Тортик Акеми, да? Полны. На большой-большой тарелке кошкины мечты. Кругленькие, пышные, угостись и ты! Моё волнение! Получилось! Еще бы! Вместе мы не на такое способны! Ну все-все, не надо хвалиться. Зазевайся вы на минутку-другую, и было бы не до шуток. Любишь ты поумничать? Лучше бы на чай с тортиком пригласила. Ничего себе, Кёка! Прям мысли читаешь! Ну, раз хотите, давайте тогда ко мне. Да! Почему все так вышло? Когда я сломалась? Как же... Итак, Акэми Хомура, позови Мадоку на помощь. В жизни не поверю, что ты затеял все это. Только чтобы убедиться в существовании Мадоки. Ты вздумал подчинить ее? Это ведьма? Не бойтесь. На вид она опасна, но сейчас ей хуже всех нас. Не надо так, Хомура! Говорила ведь, не замыкайся в себе. Мадока, что бы ни стряслось, ты все равно будешь моей Хомурой. И я никогда тебя не брошу. Так что не сдавайся! Эти чувства. Да, я бы вынесла любой грех. Я была готова превратиться в любое из чудовищ, лишь бы только ты осталась со мной. Ну что, Хомура?